Всем привет, друзья, с вами Сникер. И снова мы продолжаем проходить Assassin's Creed 2. И сейчас нам надо замочить кучу народа. Просто дохренища. 9 человек, 9 лейтенантов. Этот человек где-то находится на крыше. Походу дело. Да, мы сейчас и залезем. Так. Не надо. Ну не надо. Тихо. Фух. Успели. Так. Чё, куда? Отриньте низкое и презренное. Ищите спасение в пламени. Понятно. Чё-то мне это напоминает всё этот. Первый Assassin's Creed еще даже. Когда там чуваки сжигали книги. Помните, да? Ба! Так, что ты сделаешь? Без проблем. Так вот это вроде далекий прыжок. Хоп. Такая фишка новая, читай. В новой Флоренции. Тихо. Казалось, я обретаю свободу. Где он? Свою израненную душу. Если другие, глядя на мои творения, увидят их а, себя, разве то, что они не одиноки в своих страданиях, не утешит их? Мне казалось, что я забочусь о других. Не туда! Стопы. Ё-моё. Где я видел? Я его достану! Так. Один есть. Немного не так, как наделал? Я хотел, но ладно. Что я наделал? Ты действовал не по своей воле. Нет, по своей. Я подчинялся, так как сомневался в себе. Мне жаль. Мне тоже. Я делаю это с тяжелым сердцем. Покойся с миром. Да. Жалко, на самом деле, парю, потому что он-то как-то не особо виноват. Все яблоко одурманило его. Вы эти втроем собирают людей на бунт. Отлично, хоть книги потушили, ё-моё. Так. Ну еще 8 целей у нас. Чё к нам? Кто к нам ближе всех? Вот этот вот слева паренек. Ну сейчас мы и покончим с его жизнью. Надо бы, конечно, разведочку тут провести, вышечку где-нибудь найти, но... Как-нибудь, ладно, так справимся. Жители Флоренции, подходите, выслушайте меня! Конец света близок. Покайтесь! Молите Бога, чтобы он простил ваши грехи! Разве вы не видите... Знамения, мятежи, голод, болезнь. Так. Спокуха. Ладно, страдай. А он что, убегает? Черт. Щадите, я не виноват. Тихо. Забавный кочевник. Это печально. Бежим. Нужно его догнать. О, грёбаные эти ушлепки. Пошел уже. Вот хер. Так вот. Типа по красоте.
Я чувствую, что ты действовал по своей воле. Не всех из нас нужно было обманывать. Я уже верил в это. Я говорил истину. Истины нет. Мне нелегко делать это. Покойся с миром. Да. Но не все из лейтенантов одурманены. Некоторые по своей воле действуют. Куча народу за нами бежит. Надо как-то валить. Не волнуйся, мы поймаем. По-хорошему. Тарион делал. Ну все. Так. Народ все собирается на бунты. Хорошо, после этих заданий нужна репутация не начинается. Так. В зависимости от количества груза. Так, лучник. Ничего не успел сказать. О, вышка. Это хорошо. Мы так... Хоп. Прикольно. Мне неопределенно нравятся эти штучки. Штучки-дрючки. Которые дают большущий прыжок. Так. Надо слезть по-хорошему. И задание это на крыше у нас, так что слезать, ну точнее прыгать сено нет смысла. Абсолютно никакого. Здесь никто не пройдет! Слышите меня? Этот мост будет закрыт для вас до тех пор, пока вы все не покоритесь пророку Савонаролле. Да. Я слышу ваши стоны и жалобы. Вы говорите, у вас дела, встречи, обязательства. Ха! Можно с помощью ножичков его забубенить. У вас только одно обязательство. Покориться! Так. Зачем сопротивляться? Город наш, а ваши драгоценные медичи вас бросили. Они сбежали, спасая свои шкуры. Савонарола желает вам только добра. Он очистит город от пороков и соблазнов. Объединит людей с помощью веры. Не вышло. Ой, хорошо. Он хоть драться собирался, но что-то не вышло. Ты одет как дворянин. Как Савонароле удалось околдовать тебя? Богатства и власти никогда не бывает достаточно. Я хотел большего. Ну а в итоге ты лишился всего. Я должен это сделать. Покойся с миром. Кстати, заметно, чтобы облегчить нам задачу, убежать... Ой. Убегать нам очень легко от стражников. И достаточно быстро это все происходит. Ё-моё. Господи, господи! А! Дайте мне... Ребят, дайте встать. И убежать. Ой, там зал просто... Гораздо быстрее побег происходит. Обычно на этом моменте уже все меня... Ой, нет. А, все. Народу становится все больше. Все, сколько у нас там еще? 6, по-моему.
Да. Еще шестеро. Тихо. Он сошел с ума. Так, сундучок-то пол у нас. Внутри Джонни, надо бы забрать оттуда денежки. В полях к северо-западу от города будет стоять отряд наемника. Куда ты прыгаешь, Эцио? Вот дурной. О, вышка, полезно. Надо залезть. Там курьер этот, или кто он там, в общем, какой-то подчиненный Борджиа, у которого можно спокойненько стрелить 1500 флоринов. Так, остальные враги, видимо, уже за, ну, на другой стороне моста все. Так, ну тут налево мы бежим к самому ближнему от нас, вроде как. Я так позволяю. Так, оно вот здесь на крыше у нас, да? Угу. Охраняйте ящики! Нельзя допустить, чтобы их содержимое попало в чужие руки! Незаметно еще надо подняться на борт. Посмотрим, как они будут упорствовать. Черт. Когда им будет нечего есть. Это печально. Если хотят есть, пусть признают власть Савонаролы. Так. Почему Медичи еще обладают влиянием в этом городе? Выше моего понимания. Пожалуй, мне тоже надо. What the fuck? Как оставаться в душе? А ведь я считал их своими покровителями. Но лишь до того, как пророк открыл мне глаза. Тихо. Я понял, что торговля — это зло, которое разобщает людей. Откуда мне знакомо его лицо? Чё-то... И справедливости. Явно. Пацану промыли мозги. И принял. Так. Мне кажется, я сейчас завалю. Куда ты? Так. Сейчас подождем, пока пройдет их настороженность, и можно будет, по-моему, залезть по канатам. Вы же меня не видите. Если хотят есть, пусть признают власть Савонаролы. Почему Медичи еще обладают влиянием в этом городе? Черт. Возможно, это он. Ну не вышло. Что теперь делать? Там они пытаются камнями. Где они камни взяли на корабле? Это что, корабль переводит камни? Почему нет снайперской винтовки? Было бы неплохо. Значит, он там сзади, нам придется подобраться. Пусть признают власть Савонаролы. Почему тихо. Какая десинхронизация, но они же меня не запалили. Что за бред? Меня расстраивает такой исход событий. Расход, говорю. Так, ну придется убивать с пистолета. Как они будут упорствовать, когда им будет нечего есть? Если хотят есть, пусть признают власть Савонаролы. Ну я выбрал же пистолет. Почему бах! Они обладают влиянием в этом городе, выше моего понимания. Так. Надо же. Теперь он ходит по кораблю. Своими покровителями. Ты задолбал, мужичок. Как пророк открыл.
Я понял, что торговля — это зло, которое разобщает людей. Тиранион тут? Да. Савонарола ведет нас не в очень. Новую эру равенства, братства и справедливости. Нужно только сбросить оковы тяжелого прошлого и принять Господа, нашего единственного спасителя и пастыря. Или я буду стрелять. Спокуха. Где он ходит? Посмотрим, как они будут упорствовать, когда им будет нечего есть. Но лишь до того, как пророк открыл мне глаза. Вот так. Хорошо получилось. Надо было сразу так делать. Что? Что я наделал? Ты принуждал людей верить. Иногда людям нужно указывать, что думать. Это никогда не приводит к добру. На сердце тяжесть. Но мои мысли ясны. Покойся с миром. Так, придется бежать. Тихо. Ничего подобного. Черт, он уходит. Давайте за мной. А, там же столбцы. Быстрее. Ложу. Вот там, все его. Тихо. Не вижу. Эккола, бей его! Господи, что я делаю? Что творится? Не волнуйся! Мы поймаем этого гада! Тихо. Я много сдержался, добрый господин, отпустите меня! Я никому не причинил зла! Спокуха. Вот он, бейте его! Кто там меня спалил? Так. Хоп, все. Нас вообще не найти теперь. Ну теряете вы меня уже. Ну. Еще двое не могут, все. Так, отсюда народ не пойдет никуда, видимо, да? Санта Мария Новелла. Так. Вон того мы убьем одиночку такого. Как-то он подальше, чем все остальные. Ну, для вас это плохо кончится. Драчун, сам ты драчун. Я этим делом не занимаюсь. Следить за полями, чтобы со стогами сена ничего не случилось. Может показаться, что это бессмысленное дело. Однако оно очень важное. А какая разница, ну, привлеку его внимание, что и будет-то вообще, непонятно. Ни хера себе ты резкий. Если лишить их самого важного ресурса, их поле будет сломлено. А вон там у нас коды, кстати. Ну ладно. Не гуляй. Где?
каким вот образом можно его убить незаметно? А это тут откуда? Это лицо мне знакомо. Да, отлично. Как ты меня пали? А, я же... Уже покорились. Не. Ты мне нравится. Пища, тепло, крыша. Ну-ка сюда. А для всего так. Этого нужно сено. Я слышу, как вы ворчите. Наверное, вы думаете, что это напрасно. Трата времени, а на самом деле от этого сена зависит вся наша жизнь. Вы не верите мне? Хорошо, я все объясню. Сеном питаются лошади, которые возят телеги. На них мы возим товары в другие города, чтобы продавать. Вот что позволяет нашей экономике процветать. А ведь еще есть домашний скот. Коровы и овцы, они ведь тоже едят сено. Стой, незнакомец! Как вы знаете, они дают нам много жизненно необходимых вещей. Да не было, я обнаружен. Только так вот, на минутку спальнули. И все. Если лишить их самого важного ресурса... Так. Ненавижу скрытные задания у Assassin's Creed. Что за бред? Почему его нельзя открыто убить? Хай. В чем логика-то, скажите мне, пожалуйста. Так, ной. Он тех. Продемонстрируй свое мастерство. Многие уже покорились. Им нужна одежда, пища, тепло, крыша над головой. А для всего этого нужно сено. Я слышу, как вы ворчите. Наверное, вы думаете, что это напрасная трата времени. А на самом деле, от этого сена зависит вся наша жизнь. Так. Безумцы! Все безумцы! Что здесь случилось? Это же не поле боя. Ну что, так обходить будет? Наверное, эти южане могут запросто убить. Ой, хорошо. Так. Вы не верите мне. Хорошо, я все объясню. Сеном питаются лошади. Я надеюсь, ты идешь сюда. На них мы возим товары в другие города, чтобы продавать. Хорошо. Вот что позволяет нашей экономике процветать. А ведь еще один... Он такого вообще не ожидал. Ты был готов уморить людей голодом. И из-за чего? Я слишком долго терпел унижение. Меня называли простофили и деревенщины. А мне всегда хотелось уважения. От меня ты уважения не добьешься. Переход в другой мир мучителен. Но потом ты обретешь покой. Покойся с миром. Валим. Хотя... Может, проще их перебить? Так. Я сделаю все. Готово. Что-то Никола с ними, по-моему, не ходит больше. Который Макиавелли. Макиавелли. Так. Осталось трое. Или, а, или подожди. Убитый лейтенант 5. Разве это законно? What the fuck? А, 4 он там. Понятно. Здорово! Ну окей. Придется вас убить. Ради кодекса. Ничего я не могу его зарезать.
Черт. Интересно, опять флорентийский плащ можно как-нибудь открыть? Ну, в смысле, и надеть. Ну, что-то кажется, что лучше нет. Лучше мне здесь не задеть. Ну, или можно, но он действовать не будет. Так, а где я тут? А, стоп. Где? Нужно сорвать плакат. Эй! Это тебе не площадь! Ты просто кусок дерьма. Какой-то там особо... Ой. Ну я не хотел ничего красть, господи. Тихо. О, вышечка. Это нам обязательно надо залезть на нее. Так. Где у нас поближе? Вот сюда вот, я думаю, будет поближе. Он здесь! Нет у меня здесь. Здесь? Нет? Ага, ясно. Не мешай нам! Флоренция поражена болезнью! И наш долг исцелить ее! Как? Заставляя людей подчиняться воле безумца? Неразумно бросать вызов власть имущим! Да, но мы это исправим. Нет, ты не убьешь меня! Савонарол узнает о твоем предательстве! Стража! 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 Он догнать, видимо, его нужно. Зачем сопротивляться? Покорись Савонароле! Ты че, наркоман, что ли? Оура! Эккало, быстрее! Оура! При нас жизнь стала лучше! Эккало! Надо гонять этого ушлепка. О, все, ты, короче, труп. Все думают так же! Иначе не пошли бы за ним! Не суть! Блядь! Почему не он слетел, например? Ну, так, чисто по приколу. Отца! Пусть лучше ведет себя. Мы не знаем. Куда он делся? Какое мастер... О, хорошо. Зря ты развернулся, братан. Я сам жертва. Я не виноват. Нет, ты сделал свой выбор. Он заколдовал меня этой штукой. Лишь потому, что ты ему позволил. Я делаю это ради народа. Покойся с миром. И преследования у нас нет, кстати. Да. Отлично. Ну, идем дальше, осталось трое. Ой, вышка тут. Так. Печально, что ножик... Два ножика нужно... Два ножика нужно кидать, чтобы... Ну... Это самое. Убить стражника. Даже лучника, который там самый хиленький, по-моему. Так, тут мы походу... куда ты? Здесь что-то не так. Где же все? Чё, где, кого? Успокойся. Это он про чё, интересно? Так, мы тут не залезем, я уже понял. Так, это он, видимо, то, что рядом вот с этим заданием. Так. Сходить-то тут страшно. Нет, только не падай, прошу. Вот так вот. Ну, только мы немного не в ту сторону смотрим, ну, нормально. Так тоже кое-что видно. Так, прыгаем вниз и идем в здание, которое совсем рядом тут.
Так, нам еще вовнутрь надо попасть, видимо. А как это сделать? Только через крышу, что ли? Вход, да. Что заставило мужчину вести себя так? Ага. Че, это не поле битвы? Еще один соперник. Отлично. Савонаролла предупреждал меня, что у нас появятся враги. Поэтому я изобрел эту простенькую ловушку для тех, кто возомнит себя героем. И она чудесно сработала. Инкоминчамо. Бить капитана стражи. Интересно, как долго ты протянешь. Ну, вообще изи, сейчас размотаю всех этих. Назад, один лавкач успел одолеть три дюжины моих парней, прежде чем его уложили. И в нем все новые лица. Инакомыслящие, недовольные, революционеры, ребелли. Кого я только не понял. Чё, только вот эти дрищи будут, которых я на раз-два раскладываю таким же оружием, как у них. Герой-освободитель города! Боже мой, приближающий начало новой эры! Борец за свободу! Какую ложь ты поверил? Ты заблуждаешься. Пойми, всё это ложь. Что бы вы ни говорили, вы все приходите сюда по одной причине. Вы желаете чего-то для себя. Славы, что-то, известности. Так что нужно тебе? Признание, искупление прошлых грехов? Тебя бил отец? Дети смеялись над тобой? Или тебя отвергла девушка? Если бы мне пришлось выбирать, то я бы сказал, что ты не уверен в себе. Иначе к чему этот капюшон? Зачем ты прячешь лицо? Я вижу, что мои слова... Ура! Просто... Чё ты побежал-то от меня? Не жалеешь о том, что появилась на ага, только попробуй. От тебя даже праха не останется. О, он свернул ему шею. Как я хорошо все выходит. Я был таким... гордым, жестоким. Нет. Тебя колдовал Савонаролла. Неужели? Или я был опьянен вкусом власти? Мне жаль, что я оказался так слаб духом. Мне тоже. Прости, но у меня нет выбора. Покойся с миром. Да. Хотя давайте. В принципе, не сильно сильные люди. О, ну тут это стрелы, две стрелы, когда прилетают тебе, ну это такое. Надо, чтобы они вступили в битву. Ты что творишь-то? Наркоман, что ли? Тут, кстати, можно и загадочку отгадать. Ну, что ты предпочитаешь? Топор? Да, конечно, занимательно. Мы сейчас будем всех тут истреблять. Неохота убежать. Убежать, блин. Куда вообще вот эти вот дрищуганчики быстро бегие лезут, пытаются что-то сделать? Херовые из них воины. Бегуны нормальные. От тебя даже праха не останется. Вот воины не очень. Ой, это какой-то профессионал. Ага. Ну, вроде все. Че еще? Что-то кто-то хочет. Я вроде стал инкогнито. Три кражи, замаскированные убийствами.
Люди видят лишь то, что их учили видеть. То, что хочет показать им организация. Могила Гудини. Похороны Ганди. Открыть файл. Волки вышли на охоту. Куда же подевался Джон? What? Чё это, я даже прям не знаю. А, подожди. 6 равно 1. Вот. И чё? Возможно, сто шестьдесят семь, может 61. Все-таки 16, так. Что-то я немножко туплю и недопонимаю. What the fuck вообще? Вот, да?
Чё-то я вообще загнался. Ну-ка. Так, что-то я вообще не допираю. Лимон шестерка равно одному. Четыре. Ну-ка. Лимон. Один. Мне кажется, все-таки здесь однюрка. Ну так, допустим. Все ясно. Почему я так жестко туплю? Я не могу понять, в чем смысл. Что-то вообще башка не варит, ни хера. Подсказка. Видишь два плавающих числа по обе стороны знака равенства. Поверни колесо так, чтобы эти числа оказались на одной линии. А затем посмотри на числа вверху и на колесе, чтобы узнать шифр. Вот. Ну я же такое что-то уже делал. 6 и 1. Видишь два плавающих числа по обе стороны знака равенства. Поверни колесо так, чтобы эти числа оказались на одной линии. А затем посмотри на числа вверху и на колесе, чтобы узнать шифр. Да, чё тупили, непонятно. Ой, что-то я там не посчитал, ничего. Господи, надо было... Ладно, хрен с ним. Ну, почти половину уже собрали этих кусков. Не знаю, что тупил я. Так. Почему? А, вот всё инкогнито. Так, хорошо.
Еще двое. И все. Побежим вот к этому, например. Ой-ой, какой грозный стражник. Стражник. Ой. Все ясно. Чувак улетел. Вон он! Так просто ты не отделаешься. Спокуха. Господи, что это было? Ладно, забыли. Какие-то странности происходят. Сейчас еще двое, и мы, по идее, должны максимально приблизиться к Савонаролле. Господи, почему такие жесткие стражники? Да господи, почему говорю стражники? Стражники. Чё такие жесткие, не дают по крышам побегать, голубей погонять. Я все-таки занимаюсь физически активным спортом, так сказать. Как? Спорт всегда физически активным, что-то я бред сказал. Короче, я веду здоровый образ жизни. Так, где? Внизу. Отлично. Аккуратно, сейчас опять перестелси. Как это раздражать, на самом деле? Врач это врач. Все просто, друзья мои. Хотите, чтобы о вас позаботились? Покоритесь новому правителю. Поддерживать Медичи, которые, как вы знаете, давно бежали из Флоренции. Так. Сейчас, мне кажется, нельзя девять лейтенант, потому что может быть это какая-то отсылка к первой части. Потому что некоторых такое же действие, как как и в первой части, у некоторых было. Хочет спасти нас от самих себя. Например, с книгами вот вообще явно. А ведь нас нужно спасать. Бабушка. Мы справа от нас пункт, это напуганная. Чревоугодие, похоть, гордости, алчности. Мне продолжать? До прихода Савонаролы мы чрезмерно любили плотские наслаждения. Мы отвернулись от Бога. И как было не отвернуться, устыдившись вот так за свои поступки? Да. Вот почему вы страдаете душой и телом. Так, это надо... кара за грехи. Как навестись на него? Но не бойтесь. Если вы жаждете исцеления, если ищете спасения, поклянитесь верности Савонароле. И я впущу вас. В этих стенах о вас позаботится лучшим. Вот так вот. Готов. Ты пролил кровь целителя. Нет, я пролил кровь тирана. Власть над телами, находящимися между этим миром и иным. Похоже, она скружила мне голову. А сейчас ты замрешь навеки. Твоя смерть не будет бессмысленной. Покойся с миром. Ой, аккуратно, ребята. Присаживаюсь на стуле, не надо мне мешать в это время. Валим. Черт, какой он шустрый. Я вижу его. Вот там. Черт. Хотел уж было присесть. Лечу все. Он там. Черт. Так. Oh!
Вот все. Народ все топает, куча толпушка вообще нормальная. Так, не буду этого прыгать. И так денег много. Да. Последний остался. И это хорошо. Он не робкого десятка, верно? Верно. Я не могу этого сделать. Спокуха, ребята, я просто бегу мимо. Лучше не нарывайтесь. Замечательно, бах. Купим сейчас лекарство доктора. Приносите больных. На всякий случай. Там какой-то тип такой. Ёпт. Нормально, мы не так уж и много потратили. Сейчас тебе станет лучше. Не хворай. Ой, что творю? Omnipotens Deus, Rex Regum, et omnium gubernator. Кстати, прикольно исполняет. Губернатор. Хоп, а теперь мы можем так вот делать. Тут такая, а ну его можно, можно заметно убивать, по-моему. Нет, так не пойдет. А, я скрылся. Какого хера, блин? Ну и чё, я убил бы? Куда он делся? Прыганул, что ли, блин? Да. Энди. Иди гуляй. Нигде вы меня не видели, ребята, вы ошибаетесь. Губернатор. Так, как-нибудь. Ой-ой-ой. Ну-ка, ну их вроде можно кокнуть. Reprime eorum superbiam, minue malitiam, dissipa illorum machinationes et astutias, ut nos tuis armis muniti, semper servemur ab... Ну чё так тихо стало, алё, пипой? Propter merita unigeniti fili. Сори, братан. Излагаешься, конечно, красиво, но... Я думаю, что он проповедует Слово Божие. Боюсь, его проповедь — ложь. Я увел свою паству с пути истинного. А я ведь так хотел поверить. Как и мы все. Я завершу дело своего отца. Покойся с миром. Да. Ну, вроде как все. А можно как... И чё, куда это?
Так, тут вроде можно, да? Сено. Сено. Фух, слава богу, сено. Ну, не в то сено, которое я хотел. Ну, ладно. А теперь вот еще. По красоте просто. Пока мы бежим, наверное, к Никола там или куда-то. Вроде как все лейтенанты прикончены. Куда? Слава богу, хоть жизни не отняла. Так. По-моему, в начале Assassin's Creed, когда мы там с Мидич еще разговаривали на нем, он вроде только строился, этот мост, или это другой уже мост. Короче, непонятно. А, нет. Мы тут были. А, нет, он уже был построен. Да. Что-то я перепутал. Вышка слева, но мы уже близко к заданию. А, ну сейчас мы и будем, наверное, уже революцию совершать. Ты молодец, Эцио. И что теперь? Смотри. Тишина! Я требую тишины! Зачем вы здесь? Зачем беспокоите меня? Вам нужно очищать свои дома, очищать себя! Разводите костры, читайте молитвы, кайтесь в грехах. Вы сделаете так, как говорю вам я. Вы покоритесь. Нет! Нет! Найди яблоко, Эцио! Оно где-то здесь! Как точно мы сбили. Да вы охренели. Что за этим... говнюком. Беги ты, господи. Замечательно. А тем самым то, что я спрятался, кстати, сено, я от него оторвался. Ну, в смысле, от преследования там. Куда? Угу. Спокуха. Не нужны лишние свидетели. Так. О, чё это за говно было? Я думал, это нормально, понимаешь, что творится-то вообще? Ой, вообще. Иди гуляй. Ну, по-моему, вот это тут все понастроили уже позже. Вот с этой стороны, по-моему, вот этого не было. Или было? По-моему, было, когда мы дрались. Ну, по-моему, что-то тут повыше стало, понастроили. Или же, мне кажется, скорее всего, кажется. Не кажется, как мне кажется. Вот. Который пожирает наших овец. Нет. А этот... Я уверен, у меня есть то, что вам нужно. Может, в чулане? Святая Мария, что он затевает? Так, что у нас тут? Ой, что-то, походу, его все. Кони он двинет. Господь! Взгляни на это святотатство! Как вы обращаетесь с пророком, богохульники, еретики! Вы сгорите в аду! Слышите? Вы сгорите! Вот загоришь сейчас ты. Ха-ха.
вырвляюсь от тела дьявола, окруженный грехом, я молю тебя о спасении. О, Боже, смилуйся. Никто не заслуживает такой мучительной смерти. Вот как я несчастен. И некого просить о помощи, ибо приступил я... Щеку. Это ты. Я знал, что этот день придет. Прошу, будь милостив. Я был. Иди. Бог да будет тебе судьей. Покойся с миром. Селенцо! Селенцо! 22 года назад я стоял здесь и смотрел, как погибают мои родные. Их предали те, кого я звал друзьями. Месть затмила мой разум. Она погубила бы меня, если бы не мудрость тех, кто научил меня управлять своими инстинктами. Они не давали мне ответов, но помогли мне учиться. Нам не нужны хозяева. Ни Медичи, ни Савонаролла. Мы сами вольны выбирать свой путь. Многие хотят отобрать у нас свободу. И многие из вас подчинятся им. Но именно способность выбирать... то, что для нас истинно и делает нас людьми. Ни одна книга, ни один учитель не даст вам ответов, не откроет путь. Выберите свою дорогу. Не идите за мной и ни за кем еще. Какая эпичнейшая речь была. О, прям аж вообще пробрало. К вам сейчас отправимся. Яблоко у нас есть. Монтери Джонни. Ой, как хорошо страниц кодекса. Как хорошо, что я их собирал. Осталось всего 4. По-моему, когда я первый раз проходил, как-то давно, у меня их половины не было. Короче, ништяк. Много времени не займет собирать с этих страниц. По-любому где-нибудь во Флоренции искать их будем. Хотя, возможно, и в Венеции. Я всего лишь лекарь. Много денег тратить не на что. Сейчас мы возьмем еще из сундука и... улучшим город вообще по хардкору. Так, добрый день, сестра. Так, денежки собрали, перья можно дать, ну потом. Привет, Клаудия. Посмотришь мои записи? У тебя пустая она. Короче, понятно. А престо, Эцио. И тебе того же. Сейчас Бонжорно. Мы улучшим наш город. Привет, Эцио. Давай поглядим на список. Просто улучшаем все. Б.
банк обязательно. Сильно увеличивает стоимость города. Кстати, торговца скотиной вообще не было. Сейчас вот появился. Очень хорошо. И портного давайте забубеним. На все три. На все три уровня, так сказать. Ну и все, вроде как. Он начал! Больше, собственно говоря, улучшать-то ничего. Леонардо, what are you doing here? Леонардо! Брат. Эцио, так рад тебя видеть. Чем могу помочь? Ага, ты нашел еще одну? Невероятно! Это просто. Нужно просто сдвинуть каждую вторую букву. Вот так. Расшифрованный на странице кодекс. О! Как раз видимо мы 4. What the fuck? Почему это нельзя, не понял. Нам все равно туда. Что происходит? Данные повреждены. Нет, не так. Части данных не хватает. Это страницы кодекса. Они все были у Эцио, когда это произошло. Отлично. И где мне их искать? Постой. Похоже, что у Эцио была карта. Должно быть, воспоминания о том, как он нашел ее, были повреждены. И, судя по всему, на карте отмечены места, где находятся страницы кодекса. Понятно. Ну, я так и знал. Надо было сразу и там искать эти странички. Ну ладно, тут благо есть эта лавка путешествий, так сказать. Не знаю, где их искать. Наверное, сначала во Флоренцию отправимся. И, ну ладно, какая разница, куда. Санта-Мария Новелла. Нам нужно 4, да? Здесь у них все в одном городе. Так. Тут у нас раз. И все. Одна страничка. Ладно. Фиг с ним. Не буду не буду посещать эти вышки. Еще, кстати, может быть достаточно много в Форли. Это там, где у нас Катерин Сфорца живет. И, возможно, и Венеции. Короче, пошастаем по всем городам и найдем эти 4 странички. Вот одна во Флоренции уже есть. Уже хорошо. Бомбино. Очень опасно. Не торопитесь и цельтесь получше. Так, почему я не могу отбить? What the fuck? Так. Ой, что творить-то, а? Наш маэстро Делла Тортура. Да, Сережа. Что ты расскажешь ему? Все свои секреты. Его секреты. Мои секреты. Что творится вообще? Сейчас я тебя заберу, это копье проткну тебя им же. Ага. Вот так. Нужно уходить. Так.
никого не боится. Слишком жарко. Отлично. Тут убийца! Беги! Так, так, где у нас бюро это приключений? Самое ближайшее, которое видно, по крайней мере, на карте, это вот оно. Кто это? Спасибо. Андреа! Почему ты сразу бездействуешь? Прошу, не убивайте меня! Сразу тут 12 косарей. Сундуки неплохо. Вот оно бюро это. Так, чё, куда? Давайте Венецию. Куда-нибудь в центр. Вот туда. Чтобы примерно одинаково было во все стороны бежать. А вот у нас, кстати, яблоко висит. Мне кажется, безопаснее, может, его положить было. Ну, хотя ладно. Так. Чё у нас по страницам? Коды, кстати, их чё-то с картой. Так, это у нас тут... Ну все, все три страницы здесь, в принципе. Куда ты? Сам сеньор Франвивус Дандола. Ремонт мостов продолжается. Пожалуйста, проявите терпение и не срывайте злость на рабочих. Бомбино. Заходите все, врач. Они где? Эти, с этой стороны, да? Да. Добрый вечер. Оп. Отлично, что еще больше стражников не набежало. Так, куда нам дальше? А вот сюда нам дальше. Не поверите! Это что, ора, что он так испугался меня? Да я не хотел тебя грабить, господи. What the fuck вообще? Расступись, народ. У меня срочное дело. А вот если бы нам не 4 надо было искать еще больше, но это вообще бы... Это, короче, очень сильно задалбывает на самом деле. Ой. Сегодня ты умрешь. Толкнуть на меня пацан хотел. Сам ты пес. Бич. Бич. Так, еще одна. Еще одна страница. Она где-то очень далеко. Какая ужасная судьба. Квеска и пачка. О. Эти пацаны тоже тут знают фразу. Реквеска ты патчи. Может, я немного рассеянный, но кузнец я отменный. Подходите, друзья. Он спять. Добрый вечер, товарищ лучник. Даже заорать ничего не успел, как хорошо. Ну ни хрена ж себе. Я даже не хотел этого делать. Он точно убийца. Хотя, снимем-ка мою репутацию дурноватую.
Свернет себе шею. Последняя заветная страница. Кодекс сам. Он утирает! Нужно сматываться! Отпустите меня! Я человек маленький! Бей, понимаете! Главное, дисциплина! Так, у этого нельзя добавить. Давай топор большой мне свой. Ну? Убей его! Что делать? Не волнуйся! Ну, не того, ну ладно. Ого, шатало мне нормально. Не забывайте, главное, ага. Дисциплина. Все, пацан, крендец. Главное, сейчас топор, чтобы у меня остался. О, все. Давай, прими удар. Да прими ты удар. Бащ. В лицо. Влетело неожиданно, по-моему, для него. Хорошо. Убежать домой! Кто это сделал? Подходите, друзья! А знаете что? Сейчас мы закончим эту серию. Продолжим уже следующей. С вами был Сникер Мульти. Если вам понравилось, ставьте лайки. И тому подобные вещи. Подписывайтесь и дела. В общем, всем удачи и пока.